Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Лампа ЮА. Меня зовут Андрей. А темой данного обзора будет люстра из коллекции Дана от производителя Freya. Это коллекция припотолочных люстр. Есть они на 3 плафона и на 5. Еще предлагается бра на один плафон. Основание здесь цвете хром, то есть зеркальная поверхность. Плафоны из стекла размером 11 см на 9,5 см. Внутренняя поверхность стекла покрыта мелкими стеклянными кристаллами. Производитель называет такой эффект заморозки. И на самом деле это похоже на такой эффект. Патроны Е14 из термостойкой пластмассы. Максимально допустимая мощность потребления лампы 40 Вт. Лампочки приобретаются отдельно. Я использовал LED-лампы потреблением 6 Вт. А выдает каждая такая около 50. Включенная люстра выглядит вот так. Плафон красиво смотрится, люстра хорошо освещает. Подойдет она для комнаты любого типа и назначения. От потолка отступает всего лишь на 34 сантиметра, поэтому подойдет даже для самых низких потолков. Площадь комнаты может быть до 15 квадратных метров. Крепится люстра с помощью монтажной планки. Диаметр ее потолочного основания 12 сантиметров. На этом у меня все. Кому понравилась данная коллекция, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок. С вами был Андрей, интернет-магазин Лампа.ua. Всем пока.